Как обезопасить детей в образовательных учреждениях и что делать с подростковой агрессией? Об этом и многом другом говорили в Министерстве образования и науки Дагестана. Напомним, на месте трагедии в Махачкалинском лицее номер 51, где один из подростков убил своего одноклассника, побывал и руководитель Минобра Дагестана Ехья Бучаев. По следам событий, образователям ведомства Дагестана состоялось экстренное совещание с директорами столичных школ. В обсуждении приняли участие также сотрудники МВД и чиновники мэрии Махачкалы. «Ответственность за это преступление лежит на всех нас», – отметил Ехья Бучаев, – «на руководстве школы, на педагогах и на родительском сообществе». По словам министра, подросток готовился к преступлению и в школе знали о тлеющем конфликте среди одноклассников, но не приняли должных мер. Конкретно в этой школе ни директора, ни завуча, никого на работе не было. Никто не владел ситуацией, которая разворачивалась там на протяжении последних 2 недель. Ученик приходил в школу с ножом, с кастетом. Педагоги об этом знали. Не сообщили правоохранительные органы. Ученик пропал на 4 дня. Человек с девиантным поведением, которого знали, это не латентная была ситуация. По словам Бучаева, во многих школах налицо фактическая подмена воспитательной работы, что и привело к трагическим последствиям. Раз вы директор, у вас должны быть глаза и на спине, и на голове, и на всех ваших частях тела, чтобы вы владели ситуацией 360 градусов вашей образовательной организации. Иначе, если не получается, освободите это место. От нас же зависит уже и жизни людей.